и какие-то неизвестные решили эту несправедливость исправить. Рано утром во вторник беспилотники атаковали Московскую область. И, эй, Москва, у вас пропущенный? Короче, по нам уже активно прям. То, что был третий прилет. Долетело даже до неприкасаемой Рублевки. Смотри, вот прям над нашим домом, братан. Прям над нашим домом. Прям на меня летит. Смотри. Смотри. Посмотри, брат. Ты видишь? Вот Рома! В Минагрессии РФ, конечно же, сразу отрапортовали: все дроны сбиты. Обманывают, конечно, но мы заценили настойчивость. Но особую благодарность я хочу выразить обычным россиянам. Они такие молодцы, такие красивые видео поснимали, как противовоздушная оборона сбивает дроны. Прям прекрасно показали, где стоит российское ПВО.